Ставки на спорт! 1xp! Большие выигрыши! 1xp! Быстрые выплаты! 1xp! Надежный букмекер! 1xp! 1xp! Букмекерская компания. Здорово, братва! Подогнали переводики наши любимые. Сегодня у нас полное расширенное превью боя Хабиб Нурмагомедов против Тони Фергюсона. Будет мощно, интересно, главное, долго. Отдельный респект проекту Fight Promo. Мужик, делаешь нереальные промики. Ну а я, в свою очередь, переведу это для своей братвы. Погнали! Тони Фергюсон сильный парень, тяжелый соперник и почти никогда не проигрывает. Так что почему бы и нет? Он настоящий боец, не то что Конор. У Тони совершенно другой уровень. Честно говоря, я думал, что Майкл Джонсон сотрет вашего Хабиба, вот и все. Будет жесткая схватка, я ведь знаю. Я сломал себе руку во втором раунде, но я продолжал выбрасывать по нему удары. Хабибу удалось быстро с ним расправиться. Он заставил его постучать. Ты должен сдаться, мне нужен этот титул. Я хочу драться за временный пояс чемпиона с Тони Фергюсоном. Срочные новости. Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном отменен. Хабиб был отправлен в больницу, у него не получилось сделать вес. К сожалению, в третий раз бой Хабиб Фергюсон был отменен. У нас осталось незаконченное дело. Я сделал вес, я пришел на бой. Я хочу драться, очень хочу, но это должно проходить в моей весовой. Эй, это надо сделать. Это будет расплюнуть для меня. Конечно, расплюнуть, ага. Я готов, я чертовски готов. Ты знаешь, кто я, бля, такой. Как скажешь, брат, но в конце будет TKO. Тони Фергюсон тебя прикончит. Вот теперь я временный чемп, и мне все равно, кто будет моим следующим соперником. Конор, Хабиб, неважно. Я сейчас упорно тренируюсь, восстанавливаюсь, не сдаюсь каждый божий день. И я приду и покажу, кто по-настоящему является номером один в легком весе. Без травм я могу разъебать всех твоих легковесов. Дана, хочешь немного поболтать? И он мне говорит: да, давай сделаем это. Я ему сказал, что он еще мне спасибо скажет. Он просто орал на меня между раундами. Дай мне этот хренов пояс, кричал он. А я ему: да ты сперва этот бой закончи. Следует соблюдать дистанцию, когда он наносит такие удары. О, прекрасное давление со стороны Хабиба. Невероятное дерьмо он вытворяет. Абсолютно доминирующее выступление. Тони Фергюсон теперь временный чемпион в легком весе. Тони Фергюсон против Хабиба Нурмагомедова – это самый главный поединок в UFC на данный момент. И единогласным решением судей побеждает Хабиб Нурмагомедов.
В следующем бою, если меня спросят, с кем я хочу драться, я скажу Тони Фергюсон, потому что он не должен быть временным чемпионом. Я люблю Хабиба, но мы должны выйти с ним раз на раз. Мы должны покончить с этим дерьмом и уже подраться. Я могу выйти на бой с Тони и Конором в один вечер. Я это сейчас серьезно. Я могу драться чем угодно. У меня есть локти, колени, голова, уши. Да плевать, я могу вырубить его чем угодно. Мне вообще похуй, чем бить. Я надеру твою задницу, я никогда не сдаюсь. Хабиб, он просто всех разбирает в своих боях. Еще до сих пор не побежденный. И с каждой секундой становится все лучше и лучше. Поэтому я за Хабу. Бой будет за неоспоримый титул, как сообщили репортеры. Но посмотрим, что из этого выйдет. Взгляните туда. Вот как Хабиб говорит. Он не говорит, что это будет хороший бой. Он говорит, что он именно убьет его. Ну, ему виднее. Если ты веришь... Нет, ты должен верить. Я знаю, он перебил много топовых бойцов. Люди говорят о его серии с 9 побед, но в субботу я вам покажу серию с 24 побед. И что вы об этом скажете? Все говорят о моем времени, о времени Хабиба. Запомните, уебки, вы еще не видели настоящего Л'Кукуя. Жду не дождусь вырубить тебя этой рукой. Настало мое время. Что насчет Нурмагомедова? Потому что он перебил всех, с ним даже рядом никто не стоит. Он выбил дерьмо из всех, с кем стоял в клетке. Этот парень особенный, Нурмагомедов особенный. Что правда, то правда. Мне нравится этот парень, как ты и сказал, он особенный. Все из-за его техники и взрывного характера. Мне тоже он нравится. Особенно стиль переводов партер в его исполнении. Я сейчас не думаю ни об Альваресе, ни о Дос Анисе, ни о Макгрегоре. Об этих парнях я не задумываюсь, потому что в данный момент мой соперник это Тони Фергюсон. Потом уже посмотрим, что будет. Мне кажется, после победы над ним я заслуживаю титульный бой. Когда в последний раз ты боролся с медведем? 3 недели назад, перед тем, как я вылетел сюда. Хабиб Нурмагомедов сегодня показал прекрасное выступление, идеальное попадание локтями, тейкдауны и снова и снова. Хабиб очень талантливый проспект. Может, Хабиб и немногословен, но его рекорд говорит сам за себя. Все ведет к тому, что он станет новой звездой UFC. Это самбо ему не поможет, я вырублю его и бой будет окончен. Если бы самбо было легким, оно бы называлось джиу-джитсу. One more ride, one more race.
Вот такой, братва, заряженный промик, составленный из истории, действительно истории противостояния Хабиба и Тони. Мне очень интересно было переводить этот выпуск. Респект, Fight Promo, красавчик мужик. Ну а вы, пацаны, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, обязательно ставьте лайк в поддержку этого выпуска. С вами, как всегда, был ваш Поясняныч. Покедово. Oh, no.